Сегодня, 24 октября, проходит творческий вечер с Маттиасом Навротом, одним из самых ярких голосов немецкоязычной литературы. Маттиас Наврот является обладателем многочисленных литературных премий. Помимо его основной деятельности, писатель изучал биологию и языки, получил образование в Швейцарском литературном институте в Биле. Мне очень нравятся северные города России, мне очень нравится здешняя культура, и мне очень нравится, как сочетается здешняя культура и те ландшафты, которые вот присутствуют в Сибири. Этот творческий вечер – находка для любителей литературы и немецкого языка. Причем не обязательно знать немецкий язык, достаточно увлекаться западной культурой и вследствие получить заряд энергии от прочтения отрывков из его произведений. Одним из основных произведений автора является роман «Предприниматели». Это интересно, потому что я, как писатель, начал чувствовать себя так же, как предприниматель настоящий. Вот, на мой взгляд, писатели современные не очень похожи на предпринимателей. И я начал, когда рефлексировать по этому поводу, я понял, что вот этот дух капитализма, он так глубоко сидит во мне, что я бы хотела его как-то творчество переработать. И получился роман «Предприниматель». Этот вечер однозначно оставит отпечаток в каждом из присутствующих на этой встрече. Полученные эмоции вдохновляют, мотивируют и просто завораживают.